Всем трем доброго времени суток, это канал Boring, Дмитрий или Скучный. Скучный я. Ах, да уж, куда же без пятигушек. Ну что, мы продолжаем наше неторопливое, казуальное, ленивое прохождение игры Baldur's Gate 3. Напоминаю вам про лайки, извиняюсь за свое сопение и отдельное громадное спасибо Помидорка Вячеславу, Zekat, Exp и NoName. Они знают за что, ссылка на донаты в описании под видео. Так, в чем наша проблема сейчас? Проблема в том, что нам надо избавиться вот от этих троих, да? Да. Так что давайте. Давайте их сейчас по-тихому толкнем. Минус один. F5. Тёгун. Стимк. Но вот этого, кстати, в прошлый раз, по-моему, грохнул с первого удара. Да, был такой. Давайте пробовать. Подождите. Damn, it's good to be alive. Turn down the fire. На всякий случай. Готовимся, если вдруг чего. Так. Так, еще раз F5. И потом надо будет устроить драку на удобной позиции. Я, правда, не знаю пока еще на какой, но... Че, я знаю на какой? Не знаю на какой конкретно. Так, давайте. Ну, сохранение. Наняйся. Уф. Очень смешно. Угу. Хорошо. F5. Не знаю, почему на этой игре в прошлый раз вот этого тоже удалось грохнуть, а вот этот почему-то пережил атаку. Я не помню почему, но пережил одну атаку. В принципе, теоретически можно, конечно, и здесь драку устроить, да? Лучше, наверное, все-таки вот, я думаю, вот отсюда, да, вот здесь пройти, перелететь туда. Угу. И устроить вот тут. Да, вот здесь наших разместить аккуратненько. Да, я думаю, это будет правильнее. Так, все, склонился. Прорываем. Почему в прошлый раз не получилось? Не понимаю. Так, в чем проблема? Ну, нет, в принципе, вот это... В общем-то, можно, конечно, и тут, на самом деле. Так, ну, здесь они могут... Да, тут они могут залезть, тут они... Опа. Слушайте, а может я с ними сейчас разобраться... Подожди-ка. А может я с ним сейчас разобраться смогу? С этим остроглазым брегом. А чё нет? Он здесь один. Ну-ка, иди сюда. Он здесь один, он 15-й. А чё, может получится? Легкое опьянение, это хорошо. Легкое опьянение. Ага, так, F5. Ну а чё нет-то? Еще минус один сделать. Это очень хорошо, черт побери. Так, а вон там еще одна. Хм, может получится.
Не понял. А что значит ты что творишь, я не понимаю. Подожди, а что сейчас было? Ищейка Кирц, Карлах. Такая же просто не проходит. Как же не проходит, то есть прошла. Секундочку, нужно кое-что проверить. Нет, они тоже все красные. Так. Она вернулась, да? Ага, вон она. Чика Кирц. Теоретически, если она сейчас вернется вот сюда, то, в общем-то, наверное, ее можно... Ну-ка, погоди. Можно ли ее вот отсюда снять? Может быть, сейчас попробуем. Если получится. Ну, то есть, скажем так, по максимуму всех высечь моим любимым способом. Блин. А торговца нет. А, как интересно. Или есть? Может быть. Угу. Давай. В смысле? Путь перекрыт, почему? Отсюда, если. Ну, давай так. Ну? И чё? Да... В смысле, а? Вот так, кто-то тут где-то вылез. Но мы спрятались. Еще одну бяку сняли, да? Вон он опять. Да твою ж мать, а! Ну иди ты нафиг! Ну я несколько раз пытался нажать, блин, на выстрел, и чё? Кстати, много народу, да? Разве их так много было внизу? Ха. Несколько раз пытался нажать на выстрел. И чего, спрашивается? Ну чё за ерунда-то, блин? Надо было на этот, на пошаговый пойти. Пытаюсь, нажимаю. Все, нет, не наводится, Влево-вправо. Замантил от мышки, блин. Много их там было, да? Ну, десятка. Ну, десятка точно была, может, даже больше. Неужели их внизу было так до хрена? Блин, что-то вообще не помню. Главное, видите, в чем проблема, что они же лучники тоже. Вот что, как бы. То есть, получается, мы вот эту... Где она? А, можем отсюда.
Сколько народу? Нифига себе, он быстро залез. Так, понятно. Дед, я думал, он вроде как в прошлый раз к ней сначала полез, а потом сюда. Тут я ошибся. Его можно высечь, но надо, короче, отступить, подождать, пока он залезет, нажать ход. Ну, как бы, да, вот так вот. И может, в принципе, еще кого-нибудь сюда поднимать. Если они так будут подниматься, то по одному их тут наверху отстреливать. В общем-то, вполне реально, я считаю. Посмотрим. Сейчас посмотрим. Сейчас попробуем, сейчас посмотрим. Видите, в прошлый раз он сначала к ней полез. А потом уже... Ну, я же видел, что он сначала к ней залез, потом побежал сюда. Я думал, сейчас тоже сначала к ней полез. Думал, там его подловить. Но нет, он сразу побежал сюда. То есть, такое немножко... И опять же, вот небольшое объяснение. Мне кто-то из знакомых спросил, типа, а что ты так... Ну, типа, вот что ты с гоблинами... Ну... Мол, не слишком ли часто сохраняешься. Но вспомните, что было, когда я вызвал злобоглаза, когда я пауков использовал. Они же их разобрали, хоть и пятый уровень. Их просто дохрена здесь. Поэтому, как бы, я не считаю, что это неправильно. Да. А ты ж пошла, остановился, подлюк. Нет, смотри. Ну. Да в смысле? Да иди ты в жопу! Ты серьезно, а? Вот это вот, ну... Ай, ты, да ну тебя нафиг, ну... Ой, блин... Вот... И именно сейчас, когда уже совсем разобрались, все понятно, что надо делать. Оба! Скрытность не сработала. Смотри, еще одна загрузка. Ты все понял? Молодца. Хрен тебе. Их, да, их там больше десятка. Если каждый из них будет стрелять, это очень и очень плохо. Если хотя бы половина из них будет стрелять, это слишком мощно будет. Слишком круто. Меня такое не устраивает. Так. Извините. Что ты вредничаешь, да? Да ну что, путь перекрыт, блин, ну. Ага, сейчас можно, да? Вот так я хотел. В смысле, подожди. Только не говори мне, что он сейчас встал таким образом, что в него не выстрелить, а? Ну, это будет слишком весело. Вроде все второй уровень, но он стрелок, понимаете? Вроде бы. Стрелок? Вот стрелок. Да в смысле? Ты что, издеваешься, что ли? Да он ухитрился встать... Ой, да иди ты в жопу, а! Просто уходи. Просто уходи!
он ухитрился встать в том месте, в которое ты не простреливаешь. Не, ну с другой стороны, нет, на самом деле это классно, это круто. То, что как бы такая штука, что... Подожди-ка, это каменная урна, в смысле... Средняя площадь, да ладно, серьезно. У каменной, у обычной каменной урны? Ну, я понимаю, когда у дверей всевозможных. Да, смотри-ка ты, нифига себе. Мощно. Кто-то еще лезет, да? Или нет? Вот тут двое, да? Угу. Ну их двое. Вот один бы ушел. Было бы норм. Блин. Никак, да? Я жду, что они сдвинутся. Зенки говорит вырву. Можно ли... Стоп. Нет. Вот этого нельзя выцепить, интересно. Допустим, если атаковать. Ну-ка. Вот отсюда, если бахнуть вот этого мелкого, нельзя ли его выцепить? Хз, может и можно. Или нет, сейчас посмотрим. Попробуем. Может получится. Там-та-там-та-там. Ра-та-та-там. Пам-па-па-па-пам. Я в каком смысле можно или нельзя? Мне интересно. В том смысле, что. Ну, как бы можно ли его грохнуть и при этом не привлечь внимание? Я вот про что. Случае привлекаешь внимание, да? Подожди, а это у меня скрытность не прошла или что? Подожди-ка. То есть этого грохнуть по-тихому не получится, да? Тут у нас и огр, тут они залезут. А, вот здесь еще... А, подожди-ка, стоп, а давайте-ка... Сейчас, секундочку, конец хода. А, то есть они могут все-таки вылезти. Ага, все ясно. Ну ладно. В принципе, проверили то, что я хотел увидеть. Ящики их не... То, короче, ящики не перекрывают им проход, что немного странно, но да фиг с ним. Ладно, хорошо. Ошибка. Зря я их там расставлял. Ну, что ж поделать. Ля-ви. Хотя, может, дело не в ящиках, а именно все-таки сундуки надо ставить. Хз.
Сейчас посмотрим. Нам в любом случае надо перебраться на этот парапет. Потому что... Ну, тут два варианта. Либо... То есть, или нам Астариона ставить там наверху в качестве приманки, пусть стоит, отстреливается, да? Вот. Например, Карлах поставить около норки. Мага нашего куда-нибудь назад. Пусть стоит, постреливает. Но, в принципе, можно и так, на самом деле. Давайте попробуем. Шадохарт, например, вот сюда. Зря ящик сломал, надо было на него залезть. Ага. Кстати говоря, да, действительно надо было. Мага, например, куда-нибудь вот сюда. Или вот сюда. Могу только использовать, да? Подожди, а ни у кого из наших нету этих ящиков или еще что-нибудь? Нет, все подправлял, да? Нет, мага туда не надо. Маг пусть тут стоит. Так, давайте тогда попробуем вот так сейчас. Экспериментнуть. Сейчас его вот сюда выведем. Пусть на краю стоит, на вершине. Чтоб лучники на него агрились, потому что, во-первых, у него ловли снарядов есть, это важный момент. Хоть и, да. Можно на него... В принципе, Shadowheart может на него этот благословение накинуть. Вполне себе спокойно. Че уж делать благословение? Напомните, пожалуйста. Благословение. Они получают КТ, да, к испытаниям. Так, сюда. Иди тогда вот сюда. Чтоб она на тебя могла в начале боя скастовать все, что необходимо. Так, дотянулась. Все отлично. Так, ну что, поехали? Пробуем? Давайте попробуем таким вариантом. Я вообще думал как? Я думал сейчас, допустим, перелететь вот сюда. И вот с этой башни всех хреначить. Но, блин... Блин, на самом деле, а что плохого в этом, да? Действительно, ведь удобнее в разы. Но тут нужен полет. Вот в чем проблема. Ну или вот это использовать. До короткого привала, да? В принципе, коротких привалов у нас целая куча. Слушайте, а сейчас он не допрыгнет? У него же сил, по-моему, на прыжок как раз сила же влияет, да, если я ничего не путаю? Опа, а он допрыгивает. Да, подождите-ка. Так а что, у нас все под силой. Слышь, ребята, давайте-ка мы тогда их всех туда перекинем. На самом деле.
Маг перелетит, а эти поперепрыгивают. Ну а чё? И пусть тут стоят наверху. Эту сюда. Карлах, топай сюда. На самом деле. И точно так же Астерион встанет вот тут вот с краешку. Будет, так сказать, приманкой. Пусть на него все агрятся, что называется. Да. 21 сила, это мощно. Карлах, мы ставим рядом. Рядом с сундуком. Чтоб, так сказать, морду било всем, кто из них вылезать будет. Так, ты у нас, к сожалению, так далеко не прыгаешь. И силы у тебя сколько там? 8, да? Ты туда не допрыгнешь чисто физически. Не допрыгнешь? Подожди ты. Дойди сначала, блин. Да-да. Так, ну ты у нас летать умеешь, насколько я помню. Так, где у нас там свиток полет? А может зелье бахнуть? Полет. Да нет, зелье силы. Или вообще сделать его. Кстати, секундочку. А, где тут нет? Блин, как не Джей Эйч, что ли? Да. Ног соль нужна. Соль. Понятно. Такая уж редкая штука, да? Ну, свиток полета еще 3 штуки. Да нет, давайте-ка. Эй, Карлах, у тебя этих зелий должно быть. Где у тебя? Отдай одно. Ну, во-первых, зелье несложно передать. Несложно получить, это не такая большая проблема. Так, где у нас болтык, давай. О. Давай. А, как сразу запрыгал. Красота! Так, а теперь вопрос. Вот, допустим, я весь такой из себя прыгучий, замечательный, да? Могу. Хорошо. А если я отхожу сюда? А, все равно надо подойти, да? Угу. Так. Давай, старинчик. Все у нас силы холмового великана. Или холмового, или какого там, не помню. Почему так? Шедохарт надо будет скастовать. До всех дотягивается. Ну и отлично. Ну что, поехали. Сейчас будем всех изничтожать. Вот такие мы бяки, кулебяки. О, вот этого первым. Баоекнук. Баоекнук. Эх, кролла, кролла. Здесь курица еще живая. Можно будет ее спасти. Получай. Фуф. Огонь. Нормально так выломил.
Еще два действия осталось. Ты че, чужой? Давай. Так, так. Четверо. Так, 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 так. Ну, пульни разок кого-нибудь. В того же Бауек, ну-ка, допустим. Смогёшь? Не смогёт. Ну тогда вот. No mercy. Угу. I'm ready. Слушай, сможет он сейчас спрятаться? Мне тут интересно. Есть ли такой шанс? Или все-таки на него сейчас все смотрят? Ох, народишку, а? Все-то хотят меня сожрать. А-а-а! Ой, я добил. Да. Я добил. Так я благословение-то кастанул, а эти-то у меня в обычном режиме стоят. Ай, бляха-муха. Ну ладно, ничего. Может тогда их не прятать? Да, просто подвести к краю. Пусть стоят большие красивые. Пусть все видят. А, кстати, вот интересно. Если их сейчас поднять, кстати, вот тоже можно проверить. Если их сейчас поднять, но не выводить на обзор. Когда начнется бой, они вступят в него автоматически или нет? Сейчас проверим. Ну, давай загружайся, что так медленно? Ты что вышел? Так, то есть вот мы сейчас делаем. Блин, да нету. Встать. Все не прячутся. Чувак делает свой замечательный охранительный выстрел. Сейчас промахнется 100 пудов. Угу, все вступили. Хорошо. Такой вариант меня устраивает. Так, теперь тогда благословение. Так, 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 так. Угу, сделала. И отойдем. Ты давай пульни разок. Вот у этого, например. Что и тут? Still breathing, despite everything. Слушка. Ай, бочку. Блин, ну ладно. Так, а давайте-ка это похулиганим. Путь перекрыт. Путь перекрыт. А. Особо ты не постреляешь ни в кого, да? Ну, тогда нет. Нет. Тогда вон. Шмани из лука. Тебе 15, да?
А они все захвачены врасплох, я так понимаю, да? А, нет. А, только вот этот, да? А, вот что, собственно, я и хотел проверить. Сейчас, секундочку. Что я как раз-таки и хотел проверить. Вот сейчас, может он спрятаться или нет? Или сейчас все на него пялятся? Прям категорически. Кошка, что с тобой? Что-то все вскакиваешь туда-сюда. Или ты уже жрать хочешь? И таким образом покажешь мне, что хозяин. Хрен ли я у тебя на руках лежу? Кормить мне пора. А? Ну, признавайся. Двигайся, жопа толстая. Угу. Окей. Ну давайте, конец хода. Вот хода. А, ты еще разок можешь поймать. Лунки какая. Ты не можешь вот в этого? Попади, а. Попало. Конец хода. Куда он? Опа. Чего? Подожди, а это вот он что ли атаковал? Бахнул по моему магу. Да подожди. Так, а кто там в мага-то... Так, кто выстрелил в моего мага, сволочи? Так. Концентрация. Ищейка. Так. Нет. Вот ты, да? Так, давайте в 5. Так. Так. Нет, я, конечно, Щейка, конечно, молодец. Но я категорически против такого. Чтоб тут всякие таки били моего мага. Он, знаете ли, не под это заточен, чтобы его били-то, понимаешь? Так что Щейка так. Так? Да не так. Как тебе такой вариант? Кажется, не понравилось, да? Мне тоже кажется, что не понравилось. Так. Так, так, да не так. On my way. Постой-ка здесь пока. What's the plan? Так. Никак, да? Опа! А, уже один вон вылез, да? То есть я... Только отсюда, да?
Это как минимум странно. Может, тогда и хил заюзать лучше. О, мощно. Вот так, хорошо. Так. Не-не-не. Фигню не майся, просто бей. Просто бей. Почему я все время забываю про то, что здесь есть этот сраный, блин, атака по своим? Я эскейп не прожал, бляха-муха, а? Дурацкий эскейп, блин, что такое, а? Как же это бесит. Какого хрена, а? Так это раздражает, блин, что ты не можешь просто переключиться, тебе обязательно надо сначала отменить, потом нажать. Ну это же свой, с какого хрена мне вообще атаковать своего, блин, кроме как, я не знаю, какого-то специального просто момента, блин. Это же надо... Ну реально, вот так по большому счету, вот нафига мне атаковать своего в бою? Для чего? Ну я не знаю, конечно, может тут есть какие-то прям специфические какие-то штуки, которые позволяют это зачем-то делать. Ну, блин. Так, Старион, да? Make it hurt. Так. Да ну конечно, блин. F5. А откуда он выскочил, мне вот интересно. Вот сюда они что ли нырнули? Нет, этот на месте. Вот тоже, да? Интересно, я могу поставить сундук на эту дыру. Они прям отмечаются. Когда ты ставишь, он прям ставится на нее сверху. Вопрос. А почему это не мешает им? Я как-то неправильно ставлю? Или нужен сундук покрепче? То есть как это вот? Или это просто не работает таким образом? Странно все-таки. Все-таки это немножко странновато. Как по мне. Давайте смоем, что ли? Теоретически. Ну ты плюшка. Видимо, конец, да? Да, еще вариант. Она у нас сконцентрирована на благословении, так что... Этого пока не спрячешь, ничего. Ну ладно. Смотрим, что сейчас будет. А что такое? Почему они вдвоем бегают одновременно? Это типа две разные патики, что ли, или что? Что за баги странные? А смотри, кто да? А подожди, а почему? А что они по двое ходят? Что сейчас было? Почему он атаковал? Сорян, народ, немножко тут отвлекли. Ну это ладно. Так, здесь у нас никто не вылез, да? Вроде бы нету. Так, тут у нас кто? Это наш Баоекнук. Вот. Тут у нас собрались кликуша.
Стрелок один раз промазал, и вот этот куда-то прет. Кто прет, непонятно, но прет, зараза. Так, допустим. Так, где у нас стрелок? Вот жалко, я тут... Жалко по иконкам. Непонятно, кто стрелок, кто не стрелок. Нету тут... Не хватает здесь, знаете, вот каких-то таких, ну, мелких отметок, типа там, маг. Да, вот тут, то есть, знаете, мелких отметок, типа там, лучник, мечник, там, и так далее. Все-таки было бы весьма полезно, я считаю. Так, давайте. Так, 9, да, в любом случае. Нет, он может, конечно, одной стрелой сшибить девятку, но это очень маловероятно. Так что давайте все-таки делаем два выстрела. Допустим, вот так вот. Какая память? А, цель вне обычного радиуса. Ну это ладно, так. Давайте. Крит. Крит — это немножко обидно, но не критично. С этим тоже разобрались. Так. Теперь ты. Ты у нас... Блин, то есть все надо куда-то туда зайти, да? Угу. Это что? А, три заряда молнии. Может, он туда шмальнуть. Кстати, почему бы или он? Ведь вот все как-то и надо куда-то, вот все и надо... выйти. Неудобно. Ладно, пусть сюда стрельнет. Пока что. Ну что, лишнего не будет. Так, Карлах. Так, а что-то. Да ладно. 15-9. Тут... А, сколько ты можешь? 12, да? Ну, тут больше шансов. Ладно, давай. 7, ладно. Where do I go from here? Слушай, а у тебя же есть этот... Этот... Острён. Дай-ка ему одну металлку. Одну. Где она? Вот. Дай-ка одну ему. Угу. Слушай, шестый. Можешь ее метнуть туда вниз? А, есть. А если вот так? Или ты прям категорически отказываешься это делать? Отлично. Ну, вроде все. А, у тебя еще один выстрел есть. Ай, ты какая молодец. Я про это все время забываю. Down the hatch. Молодец. Стой здесь. Астерион продолжает, собственно говоря, быть приманкой. А почему они по двое ходят, я не понимаю. Как это так работает? Махнулся, похоже, да? Куда он бежит? Thank you.
Так, Астарион у нас... Чем сейчас люлей получил? Астарион 4... А. Колдун Гурк. Это кто? Блин. Колдун? Ты что ли? Нет. Нет. Вот, колдун. А, это вот этот, да? Засранец. Путь перекрыт. Ты не можешь в него стрельнуть, да? Давайте. А, так все-таки эта штука сгорела. Горите, ребята, горите. Все для вас, сволочи. Все-таки это... Ага, то есть эту штуку, вот эти вот подъемы, их можно сжечь. Атаковать нельзя, вроде бы. А сжечь можно. Хотя я вроде специально кинул огонь так, чтобы ее не зацепить. Забавно. Не помогло, да? Мне еще два бонусных действия. Ну давайте, что? Остроглазку Мирк. Это вот это, да? Ага. Sounds like fun. А ты у нас горение, да? Горение сколько наносит? 1-4. Ну, то есть теоретически может добить, да? Лучше не экспериментировать. Все, стоим тут. Наверх тоже особо никто так не лезет, да? Ты прям никак вот сюда понять не можешь, да? Ну что ж, стрелять так стрелять. Так уж. И стой тут дальше. Так, ты у нас... Это что ж вредные какие все, а? Ты прям вообще ни в кого стрельнуть не можешь, да? То есть даже отсюда никак. Let me strike true. Да ну тебя, плюшка. Кто у нас остался? А, вот ты, да? Давай, добей. Тоже неплохо. Мне охота ман тратить. Ох, ничего себе она ему. Вау. Лихо. А что ж за такой лютый крик-то прошел? Лютый крик-то прошел прям. Так, секундочку. Так, Астарион. А, ярость мелких. А, вон что. Вон что-то у нас использовал. Дрень такая, да? Так, а здесь у нас колдун Гурк продолжает хулиганить, да? Уже пора с этим заканчивать. Колдун. Так. Let's finish this. Вот так.
всех и подхилили, да? Кто у нас остался? Раз, два, три. А почему они дальше сюда не лезут, я понять не могу. Вот этот один вылез, главное, и все. А остальные-то что не лезут? Вообще непонятно. Угу. Нет, это ладно, это пусть стоит. Да и ты тоже загорай пока. Просто непонятно, что они делать сейчас будут. Опа. А, так все-таки можно залезть. Так, а, подожди, а что ж не лезли-то, я не понимаю. А как? А, вот он где, ёшкин кот. Понятно. Да я никак не пойму, откуда они залазили-то, блин. Все. А этот что, тоже может сюда пролезть? Ну нет, идите нахрен. Тут уж будет совсем. Ну че уж. Да извините, но это будет немножечко уже перебор. Серьезно? Ready. Mustn't be seen. I wonder if this is worth the cost. Something than a whisper. We can feel death's cold groove. Значит, вот сейчас просочиться через это. Нет, кстати. Ох ты. Че он метнул? А че он метнул? Подождите. Эй, что он сделал? Метнуть камень? Священное пламя. А, ничего себе. Кликуша. Ты серьезно? Ой, ну это классика, конечно. Сможешь? Да уж добить его, ну вы че, блин? Я был уверен, что промахнется. Стой тут. Blood comes easy these days. Ну ты смотри, а? Прям находит, откуда метнуть дрень такая. Excellent. А как такой вариант? Never a dull moment. Don't waste the step.
Strike hard, strike fast. Ладно, ждем. There's blood in the air. Nothing important is ever easy. Сможет он метнуть отсюда? Рывок. Куда-то рванул. По-моему, он сломался. Ну, в принципе, тоже понять можно. Критический промах, а? Уф. Да. Это было неплохо. И как раз, смотрите, заканчивается уже. По сути, все 10 ходов. Но магия не восстанавливается, да? То есть вот у нее, например, видите, вот было израсходованное, но израсходовано. То есть короткий привал такое не совсем действующее. Так, у нас еще... Ну, конечно, вопрос. Пусть они пока тут стоят. Старион, пошли погуляем. Смотримся. Благо у тебя теперь для распрыжки все есть. Вообще, давай спрячься. Нормально. А что у нас там по опыту, кстати? О, ну так уже. Че? Третий есть, по сути. Ой, тут все это собирать. Все это собирать, народ. Это ж с ума сойти можно. А что это у нас тут? А, лагерь гоблин. Это же все это собирать. Так, подождите. Давайте-ка сохраним игру. В отдельный слотик. Вот сейчас музыка один в один из Навана. Так. У нас есть драчунья кроха. Но больше никого не вижу. Мелких нету. Интересно, а почему она не в этот... Не влезла в мордобой? Кстати, да, заметьте, мелких нету. Мелкие или слиняли? Или еще чего? Но здесь вообще никого нет. Тут мы были, естественно, сюда спускаться. Хотя, подождите-ка, на всякий пожарный. Давайте-ка глянем. В принципе, у нас остались только ребята по наружке, да? На всякий случай посмотрим. Нет, почему нельзя не попасть? Пусть он прогуляется. Вдруг что-то мы да увидим. Ну, мало ли. Вдруг кто-то из гоблинов сюда, например, убежал. А что? На всякий пожарный прогуляем сюда-сюда. Нет. Чего тут нет? Ну, тогда назад. Проверить, проверили. Отлично, отлично. Пусть бежит обратно. Так. Тогда сейчас что? Ну, сейчас, я думаю, надо закончить с мордобоем и начать тогда уже без записи. Я буду тут отбирать вообще всю локацию, все бомбить, все ломать, все разгребать. Где я? Бать твою. Мать-бать копать. Ну, в общем-то, да. Что еще тут делать? А, торгаш, вот же он. Торгаш. Ты где там? Уф. А вот сейчас любопытно. Одну вещь хочу проверить. Если я сейчас скажу им спуститься,
что они будут делать. Кстати, а где курица? Между прочим. Курицу-то мы так и не спасли, да? Похоже, что погибла она, балбесина. Смотрим. Будь здоров, спасибо. Нет. Не это. Не хотят они по-умному перепрыгивать. No, this is good. What a day. What a charmer. Handy. Watch your back. No time to dally. Ребята упрямо продолжают тупить. I must keep going. All's well that ends. Not as bad as it could have. Прямо продолжает тупить. Я не знаю, в чем дело. Блин, от курицы не помог. Вот что обидно. Куда-то она исчезла, я ее не вижу. Ну, где-то же она. Я ее не вижу. Честно скажу, меня это несколько грустит. Самую малость. Так, ну что? Сейчас будем с этими засранцами разбираться. Так. Опа. Четверо. А почему четверо? Так, в принципе, как вариант, вот если отсюда пройти, да? Занять позицию наверху. Ну, в общем-то, я думаю, будет правильней. Ну, идти в лоб даже на них я... Нет, я не знаю, это не наш метод. Я категорически против. Так что лезем наверх. Благо это вверх у нас тут есть. Так. Shadow, давай. Да нет, топай вниз. Стерем, топай сюда. Выйди сюда. Карлах сюда. I'm ready. Угу. Так. F5. Блох нахватался от варгов этих, мать их, нити. Блохи, это печально. Блин, так
такое ощущение, что я не вышибал тут никого. Смотрите, сколько их тут. Щейкобал. Так, это у нас ищейка. Ну, они тут все, по-моему, с луками, да? Кого не возьми. Часовой, храбрец. Они все стреляют, да? Сейчас дождемся, пусть поближе подойдет. Можно было, конечно, с этой стороны еще тут немножко, да, под это подхитрить. Ну да ладно. Сейчас. Эй. Опа. Да. Ну, тратить... Нет, ладно, конец ходит. Но было бы странно, если бы попал. Опа! Здрасте! Что такое, ребята? Ку-ку! А тут такой приветик, да? В виде варвара с здоровенным двуручным мечом. А, его тоже зацепило, да? Блин, ну ладно. Ну вот этого. Чародея нашего. Черт. Храбрец Чирий. Чирий. Ладно, ок. Так, ну чё? Ну, убить не убьет, но слегка покалечит. Адыль. Дает дополнительную атаку оружием каждый ход. Хорошая штука, блин. Минус один. Sometimes the only way out is through. У тебя есть одна троечка, да? В принципе, можно потратить вот на это. О как. А если вот так? Сколько ты вносишь? 48, у тебя 33, да? 48 пополам, это 24. Допустим, раз, два, три. Чуть не хватило. Все. Нормально. Кританула. А, ну хотя да, у тебя же преимущество, да? Слушай, а стой здесь.
moving. Вот так. Опа, а куда это они? А, не понял. Это сейчас... А почему? Подождите. А что? Не понял. Дорогу вроде не... Или подождите, вы хотите сказать, что этот мелкий перекрыл дорогу? Да ладно. Что за бред? Так, ну в эту мы... А нет, кстати, попадаем. Да? Тогда лови. Ай, Астарион, Астарион. Ну как так можно? Критический промах, когда это вот, ну, категорически не надо. Ну вот так как-то. Кого? Хорошая попытка, приятель. Что нам дает эту двойную атаку? Я, честное слово, уже не помню. Что-то я прокачал. А что? А, вот доп. Атака. Жим головника может бесплатно. А, все, все, все правильно. Это уже. Разум за разум заходит. Хорошо. Так, у тебя троек не осталось, да? Ну давай стреляй тогда. Угу. Что делать будешь? Вот же они нормально залезли. Оно, оно. Тогда просто стреляй. Ай, ты молодец, ты наш. Всегда бы так. Все промахнется. Отлично. Да уж, опыт здесь, конечно, набирается мое почтение. Текущий опыт 2200. Осталось 4200, да? Замана. Так, и у нас, если я ничего не путаю, вот эти остались, да? Немного отдохнуть, иначе я спекусь. Да подожди ты. Отдохнуть, чтоб, конечно, да, вот они. Сидят там. Ай, да ладно. А пусть уйдет. Действительно. Пусть уйдет. Ну вот ты серьезно, а? Sweat. I'm too tall for this.
Блин, да ты... Стой! Ты стой, дурак! Куда ты... Блин, какого... Почему? Ай, дурло. Ну да, да, конечно, единичка осталась. Серьезно, ты сейчас решил промахнуться? Так. Хватит это делать, а? Смоёшь её до того, как... Вот так, сколько тут? 11. Ах ты, далеко, да? Ну чё, поздравляю. Весь лагерь гоблинов того. Грохнули. Прям весь. Прям целиком. Прям ай-яй-яй. Мы прям молодцы. Прям есть проблема. Прям это всё надо собирать. Ой, какой кошмар, а. Сейчас это всё реально надо собирать. Ту-ту-ту-ту-ту. Ладно, тогда сейчас как-то я без записи побегаю, тут пособираю все эти останки, все, что тут есть. Все, так сказать, все, что можно, все, что нельзя, все бочки и так далее, все вот это вот. Собирать, телепортироваться, торговать и так далее. Ну и в следующий раз начнем с того, что, наверное, надо будет устроить один долгий отдых. Наверное, все-таки. А потом уже топать. Топать сюда, поговорить с Зевлором, не будем мы ничего красить в жопу, поговорить с Зевлором, да, видимо так. Ладно, но это будет в следующий раз. Пока что, народ, всем огромное спасибо за просмотр. Напоминаю, что ссылка на плейлист, на группу ВКонтакте, на Дискорд и на донаты, все это в описании под видео. Извиняюсь за свое сопение. Всех, кто же до сюда досмотрел, обнимаю. Парни, хлопаю по плечу, девочек, мука, щечку. Увидимся в следующей серии. Baldur's Gate 3. Безоговорочная форева. Как-то так.